Вот я иду, а вот здесь уже есть радиация. Может обойти как-то надо? Налево. Вот теперь надо обходить вот это место сейчас. Там радиация дальше? Угу. Ну базу бы сёнгом покати. Нет радиация. А, нет, пошла. Может теперь с другой стороны, слева? Радиация восстанавливается, я так понял. Вообще тут X-ray блокирует. У меня 44%. Лежите, чул. Бесенчил, рыжичу, вот он, колесико, назад. Вот он стоит. Вот он. Вот здесь идет. По травке. О, на пулемет можно сесть, кстати. Че, по травке можно идти? О, я на пулемете, ребят. Патроны. И меня радиация сжет сразу. Зомби. Отбегает. Зомби. Ну, там зомби подали. Вот зомби. Поддашь нам заберите. Ну как-то он мне два сразу зарядил. Поддашь нам заберите. Чё за... О, сбегает. Молодец. Это бандажа. Мне как-то, блин, умудрился два сразу зарядить. Короче. Да выключите фонарик, кто там с фонариком будет слышно. Классная. О, проститутка лежит. Свидишь? Надругайся на дне. Да. Давай. Так, зомби. Здесь только остановимся. Стреляем. Еще один на час. Еще один. Шамиль сзади. Ползет. Все. Он так упал. Я просто с близка не могу прицелиться. Еще а ты просто правый. Слева еще один забегает. Два. Перевяжите меня, пожалуйста. Сзади. Кого у меня? Бабу, блин. Рамиль, он с пулю.
4 обоим. С пулеметом. С пулемет. Рамиль, не шарахай, короче, с этого. Народ, вы следили за патронами? У меня одна бойма осталась. На... сколько мы? На 100 патронов. Где-то патронов 60 еще есть. Еще один слева, на один осталось. В смысле? Сзади, сзади, сзади. Патрон сейчас. Перезаряжал. Кому патрон надо? Покажи ее. Сбегаю слева от дома. Да, на 11. У меня, блин, оптика надо. О, здесь уже радиация. Посередине что-то бежит опять. Так, бандаж пополнил. По травке тоже. На 12 часов зомби. Стой. Минус. Муж от пинга. Справа. Справа. 3 часа. Еще бегут. Откуда? На 9. Но они не бегут, а стоят. На костах. Нам налево, слева, фулл стейшн, нам туда. Там точка есть зеленая. Можно туда спрячься. Машина стоит, кстати, она тоже не выходит. На 12 часов, сейчас. На 12. И слеп. Чё, здание заходит? Там радиация, наверное, есть. Смысл? На карте. Слева, около заправки зомби. А, да? Восклицательный знак, да? Пойдёмте. Это где? Какой из них? Вот это, что ли? Магазин? Да, походу. Да, магазин. Пойдем. Так, здесь есть заправка, да. Можно заправить. Зомби. Надо ее, походу, пригнать туда, да? Она что, на ходу? Зомби. Еще зомби. Как сильно на ходу-то, нет? Она без бензина. Нет. Она сама себя не может заправить? А, меня бьют, ё. Магазин, забегайте, забегайте. Радиация не вижу, не захожу. Захожу в магазин. Нет радиации. Все сбежали. Рамиль, давай сюда, назад. Задний хвост. Заходит. Я, короче, лягу здесь. Да, у меня патрон закончился. Видите? Сейчас я приземлю. Поехали. Ну, мы знаем теперь, как идти. Две обоймы, парни. То есть три. О, новое задание. Я только что гопника. Возьми у меня. Там... Может, патроны есть, гранаты? Бля, я перезайти не смогу. Почему? Пилота возьми. Он не сможет. Если я отключусь, то вас совсем отключит. А,
так. У меня пистолет бандаж. У меня бандажей, наверное, не было. У Бесенка наберите бандажей. Болеть. Найди трубочку. Вот валяйся по прилавкам. Вот. Трубы сами исчезают. 10 бандажей, офигеть. Капываем их. Они сами исчезают. Еще там возьмите бандажи. Еще 10 бандажей. Короче, подходите к Бесенку. Вот труп и нажимайте тег бандажа. С ним бандажи. Я не жадный, я думаю, это есть. У меня не появляется. Блять, надо было сразу его убить. Сейчас. У меня не появляется почему-то. Что-то такое никак. Злое-то. Берите еще тогда сами. Да наберите один кто-нибудь или лечить будете ходить, че вы? Мозгу-то не ходит. Набирай. Вообще что ли? Ничего нет. У меня не появляется. Зомби зашел. А, все, убит. Местное сражение, да, мы только все женщины. А походу нам надо было сюда зайти. Стой. И как бы переждать нашествие зомби. Свечешь. Видите, как много было их. И задание теперь обновилось. Я не знаю, у него 50 штук бандажей забрал уже. Full Station, тут, кстати, заправка есть где-то. У кого, Бесенка? Mm-hmm. Перевяжитесь. У меня 50 надо. Left. Сейчас возьму еще, если есть минута. 140. А, вот же 140. Заправка. Блин, надо подогнать машину туда. А мне попал. Короче, все бандажи контакт. Все богато. А у меня не открывается там вообще. Нет. Вот тут подойди, Рамин. Дай спокойно. Ну ладно, заберите, я пока заправлю машину. У меня 160 бандажей. Йо. 140. А как мы смогли спокойно? Ну наведи на рынок. Да, куда не надо колесико или сколько? О, до заправка идет, все, заправляюсь. А, защищайте машину, кстати, ко мне бегут. Ага, тут защитите. О, бегут. У меня пистолет один остался. Я убегаю, чтобы машину не взорвали. Из Бесенка набери этих. Там нет. Я машину еще направил. Давайте все. Магазин обратно заходим. Машина пока заправляется. Один нас отбегает. Ха на машине. Не, это я гранату кинул, ребят. А. Да ты просто кинул, когда они уже все. Там они, походу, отбегают в наш магазин. А вот забегают. Калентура нашла. Еще где-то кричат. Ну что, грузимся в машину, поехали. Место, а там не все не влезут, три места только. Да. Вот этот жигулёжник можно, по-моему, заправить. Подгоните его поближе. Не жигулёныш, он как бывает, там лёха я сейчас поротал. Есть у него, все есть. Не входной. Давайте сейчас добежим до вертолета просто или что? Не, это что-то не входной, это Джигуль. Пойдемте так, пешком, дойдем уже до точки. До точки. Может там надо какую-нибудь машину заправить. Так там машина так и есть, ее нужно заправить. Ну, тогда дойдем. Берите эту, один ехать, а не отстрелить. Справа забегайте. Я доеду тогда. Справа зомби забегал. Могу патроны дать. Ну, ты не смотри, правую и левую сторону, да. Сейчас они агриться будут на машину, так что... Ты лучше подальше стой. Он уже будет. С правой стороны один точно. Два. С правой стороны два. Два. У меня магазин остался. Ой, блядь, стреляй.
чачело, два круг побежал, смычу только. Сзади там зомбак забирал. Сзади бегут, сзади бегут. Где? Блин, не вижу. Слева. Что, слева? Слева рамиля надо крыть, ребята. Вот крузовики уже. Ну погнали, короче, бегом. Бля, я застрял на чем-то. Как раз. Надо заправить грузовики каким-то образом, не знаю как. Маша, машина не поставит. Подъезжаешь, наверное, на этой машине какого? Смотрите в этих, как его, машины, о, во-первых, у вас задание выполнено. Да. А вон зомбаки бегут. Те грузовики на базу. Надо на базу их выполнять. Да, мы их надо заправить. Сейчас я понял. Там сзади бегут, сзади бегут. Зоби сзади. Против сзади. А, меня кушают, оказывается. Ко мне, иди ко мне. Где ты? Лечиться не забывайте, чулок, не конейся разочек. Сейчас я тебя подпишу. Сейчас зомби. Да, лечиться. Ой, я шины стул, походу. Там на брюк. Вы можете сесть в машину, да, доехать до этой. Либо попить чёрт, может ещё ворот вообще. Мы за на направке доезжаем, в машинах они направляют. Сейчас я попробую. Да, я забрал. Машину взял. Да, забрал машину. Уехал туда. А надо ездить, вот завтра там немножко. Надо, я же могу. Там человек нас управляет. Видишь, а тут у тебя прицел там на спид на башке. Я себе сам рисовал. А, все, я этот, выиграл машину. Все, теперь она есть. Берите еще одну машину. Вот здесь. Как ее заправить отсюда? Когда ты машину. Ты заправил, вот все. Я заправляю вот еще одну машину. КамАЗ стоит. Ребят, вот КамАЗ заправляю. За КамАЗ заправляю. В одном месте разгоняетесь. Там, дома, помните, где мы останавливались? Радиация там начиналась. Там оставляется, там разгоняетесь. Там трамплин перепрыгнуть надо. А, зомби сзади, сейчас машин взорвут. Осторожно. Дать назад, дай, чтобы задавить. Нет. Здесь всё, я заправил. Дай я. Прямо надо ехать. Сейчас радиация, интересно. Действует радиация. Нам, не походу, ее по другой надо дороге довести. Нет, точка эта действует на базу. По этой же дороге едем. Я проехал. Я тоже проехал. Туман такой, что у меня радиация. Радиация бывает. Ну, ты, у тебя 100% должен срезать. Смотрите, где поворачиваете. Проехать весь дерево. Все, у меня радиация будет. Надо ехать по дороге. Ладно, я могу пойду спать, потому что все поздно. Ну, давай, да. До завтра. Машина еще.
Один КамАЗ там остался. Ну, не остался. Я застрял. Я еду. Нет, КамАЗ какой? Вот грузовой или... Грузовой, заправки. Да. Я его просто этот умер в нем. Я за последней машиной ехал. Не знаю, может такая, не знаю, уходить что-то, потому что уже более-менее знаем, в следующий раз получше сделаем. Угу. Медика сразу убиваем. Да-да, набираем багажник. Ну а сколько там еще вообще осталось? Один грузовик. Рами. Левский. Добежать нехило. Чувак-шелок. Че, выходим? Ну да, тогда ладно, шум. Завтра.